В год волонтеров в Жалагашском районе дан старт добрым делам. Активисты будут помогать по самым разным направлениям – Таза-Алем, безопасная дорога, здоровье и так далее. Мади Бижан – один из активистов района, уже несколько лет работает волонтером. В этом году взял под свое руководство работы в направлении Таза-Алем, наводит чистоту. Волонтеры – это люди, которые делают любую работу без какого-либо принуждения, добровольно, от чистого сердца и с искренними намерениями. В ближайшее время планируются различные мероприятия по очистке территории района, аулов, дворов одиноких пожилых людей. Будем также помогать им по хозяйству. В Жалагашском районе более 500 добровольцев. На встрече аким района Кайратбек Сарсинбаев обещал им всяческое содействие и призвал других не оставаться в стороне от добрых дел. Сейчас волонтеры во всем мире проводят колоссальную благотворительную работу. Доброта и милосердие – эти качества присущи казахскому народу. Великой степи было непреложным законом помогать нуждающимся. Милосердию придавалось особое значение. В образовательных учреждениях ведем работу по 5 направлениям волонтерства. Учим детей правилам дорожного движения. Работаем также по направлению охрана окружающей среды и здоровья. Оказываем помощь престарелым. Волонтерство – это эффективный путь решения социальных проблем. Главная обязанность волонтера – помогать нуждающимся. Гражданский долг каждого – участвовать в этой работе. И мы верим, что сообща можно решить любую проблему, сделать мир добрее. Айгерим Курмангали, Елжас Абдильда, Сырым Утигенов, Дайор Берікбол, телеканал Кызыларда.